Разберем первый способ фиксации страз, когда у нас страз один где-либо. Очень часто клиенты любят разместить страз где-то вот здесь возле линии кутикулы, маленький один на всех пяти пальцах или где-то на двух пальчиках. Это выглядит очень аккуратно. Это самый простой способ закрепления страз, он же и самый сложный, как ни странно, потому что вот такие одинокие стразы, они часто отваливаются очень быстро, и внешний вид маникюра, конечно, портится из-за этого. Я сейчас подготовила ноготь, покрыла просто цветом. Использовала 363 цвет гель-лака. У меня здесь нет финишного покрытия, просто покрыто цветом. И теперь я возьму базу Medium, нанесу ее на палитру. Можно взять тонкую кисть для этого. Я люблю брать апельсиновую палочку. Смачиваю апельсиновую палочку в базе. И наношу точку туда, где я предполагаю поставить мой страз. Уберу другой стороной какие-то ворсинки, если они есть. Заранее я подготовила стразы. И уже определила, с каким цветом буду декорировать мои ногти. Я хочу сделать стразы опал. Поставить один маленький камушек. Для комфортной работы лучше использовать какую-либо емкость, ванночку, для того, чтобы высыпать в нее стразы и потом также удобно собрать. При помощи карандаша беру мой страз и располагаю его четко в эту капельку базы. Могу помочь карандашиком подровнять себе поверхность. И полимеризую в лампе 15-30 секунд. Мне нужно всего лишь, чтобы база чуть-чуть схватилась.